Привет, народ! В общем, сегодня будем собирать озонатор для бассейна. В принципе, его можно использовать будет не только для бассейна, но также для обеззараживания воды, в частности питьевой, для питья, для употребления в пищу. В общем, есть два вот таких вот генератора озона, купленные на OLX. Есть вот такие вот хомуты для крепления, куплены в обычном магазине сантехники. Есть вот такой вот компрессор для аквариума, подарен подписчикам, спасибо ему огромное. Есть вот такой вот кулер от какого-то компьютера, я не помню, где его уже взял даже, с какого-то компьютера разобрал, короче, с системного блока. Есть для запитки вот этого вот кулера для охлаждения блок питания какой-то 12-вольтовый. Короче, Илюха взял ему клац и сделал обрезание вот так вот. Прям ножницами взял и обрезал. Поэтому мы его переделаем. И вот для работы вот этого компьютера он будет использоваться. Есть также вот шлангочки, купленные в магазине сантехники. И есть вот от пылесоса «Ракета» старого советского 63-го года выпуска. Вот такой вот кабелек. Мы его будем использовать как кабель для запитки. Есть тумблерочек вот такой, где-то купленный в автомагазине, валялся. Будем использовать его на включение-выключение. Или, может быть, посмотрю, сделаем один отдельно, второй отдельно. Поняли, да? Если в бассейне использоваться, то будет два включаться. Если нужно будет продезинфицировать водички, там, ну, бутылку, литр, трехлитровый бутыль или пятилитровый, то только один можно включать генератор. И есть вот такой вот бокс, в котором этот весь озонатор будет собираться. Каким образом? Здесь у нас уже вырезано отверстие. Потом вот этот щит. Это финская фанера. Мы его сейчас подгоним, потому что он немножко больше. Мы его сейчас подгоним по размерам, видите, да? Он чуть-чуть побольше. Внутри канистры, чтобы он вставал четенько. Промерим его, подгоним, все встает. Потом достаем его, собираем нашу сборку на щите. И потом этот щит погружаем туда. И с той стороны раз, два, три, четыре шурупчика прикрутим. И все. И все будет замечательно. В принципе, что я буду делать, я пояснил. Дальше все будет в ускоренной перемоточке. Как, зачем и почему. Поехали. Привет, народ. Короче, народ, подгоняем нашу фанеру финскую под размер коробочки нашей. Так, Илюша. Отходи, я сейчас резать буду. Да. Положи все на место быстро, чтобы я не видел. Понял. Это стеклянный. Да, это стеклянный. А очень далеко. Да, очень далеко. Отходи. Я тут отошел, мне бы не очень. Хорошо. Я отошел. Еще нет. Ты тебе изменится опять.
есть такая подготовленная теперь у нас площадка. Вот такой вот щиток. И на этом щите сейчас будем собирать наши занаты. Чтоб, когда работаешь здесь, пыль не летела сюда, бутылочку одели и все. И наш гриндерок защищен полностью. Смотрите, вот так вот. Раз. Вот гриндер. Вот наждак. Если с него летит, то летит, видите, куда. Просто на пластиковую бутылочку. Так что ловите, народ, лайфхак. Нужно поработать. Сняли, поработали. Опять нужно законсервировать его. Раз. Даже одной рукой. О, и все. Как-то так. Я еще не буду паять. Я еще буду долго-долго тут все собирать. Будете сказать, когда будет, окей? Хорошо. Спасибо, зайчик. Так, давай-ка мы их прикинем, как они у нас тут будут. Угу. Провода, конечно, здесь длиннющие. Они здесь такие длиннющие, ни к чему вообще. Да. Если мы вот так вот... Если мы вот так вот... Здесь так у нас все плотненько получается, что прямо получается, да? Если вот так вот. А компрессор будет мотором? Да, 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 зайка, да. Компрессор будет мотором. Чтобы не было занадовано? Да. Понял. Вот так вот, если. Так, 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 так. Раз. Два. Так. Я попью. Давай, зайчик, пойди попей. Я принесу воды. Раз. Два. Ух ты, как плотненько и хорошо будет. Ну все, это сидеть вот так вот, короче. Плотненько будет, замечательно. Второй, второй, второй. Сходи, сходи. Все, красота. Теперь снимаем этот. И кончики шурупчиков на ноготе защищаем. Все, вот такая вот панелька у нас получается. Дальше. Основание. Да, да, щит такой сборочный. Опа. Щит — это основание? Щит, значит, сборочный щит. Не щик, а щит. Это все вставляются детали. Да, 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 сборочный. Основание. Сборочный щиток у нас будет. Так, все. Сильно их нежелательно тут поняли, кантовать и дергать, потому что здесь это все на герметике сидит. Ну вот. В принципе, вот так вот оно и будет. О! Вот такое расстояние. Теперь один у нас будет блочок внизу, а второй блочок будет сбоку. Вот так вот. Раз. И вот.
вот так вот два. Конечно, ну, шланги такие длинные очень. Их бы чуть-чуть подрезать, и было бы супер. Вот длинные провода очень. Сейчас мы их, наверное, подрежем и перепаяем. Сделаем четенько в аккурат, чтобы они были. Чтобы не болтались. А потом поставим клипсы. Да, зайчик, потому что они как бы высоковольтные. Здесь 1030 вольт, народ. И меня уже стебало, я уже знаю, что это такое. Я включил озонатор проверить и взялся за, поняли, да, металлическую часть. Было, ой, как весело. В общем, раз, а два. Светил небо. Да, зайчик, да. И упал потом. Пух. Да, да, да. Вот так вот мы их сюда, сюда и вот так вот. Все будет замечательно. Все, давайте, наверное, перепаяем их. Так. Приятненький такой. Приятненький такой дым. Классненький. Да, Миша, ты тоже любишь такой дым. Мне тоже нравится, зайка. Я вот такой пропай у нас получился. Отлично. Киндрик одеваем сверху и подогреваем. Иди давай, на. Давай, поджигай. Поджигай. Все, убирай пальцы, погорят пальцы. Все, молодец, спасибо тебе за помощь. Нет. Короче, народ, вот так вот намного лучше, чем вот так вот. Поэтому мы переделаем и этот сейчас точно так же. Вот этот сюда подогнать. Так, 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 где наш... Где наш? Вот так вот сюда. Его чуть-чуть можно держать. Вот так вот сюда. Его можно чуть-чуть. Раз. Есть, да? Да, прям четенько. Все. Паяльник, народ, бомба. Прогревает четко, быстро. Раз. И давайте мы теперь, наверное, тоже открутим и заклипсуем еще. Заклипсуем. Да. Что я нажимаю на это вот, на эти вот чипцы, чтобы какие заклипсы. Ну, понял, чипсы. Я понял, зайчик, понял. Два. Давай. Так, подожди. Я дам тебе, не переживай. Переживатор. Я сейчас настрою, а потом дам тебе. На, нажимай. Угу. Давай. Все, давай дальше я, значит. Давай, отойди. Угу. Опачки, народ. И мы обжали. Короче, классно. Обжали все четко. У нас получается держит пайка, держит сама обжимка. Так что теперь это все очень-очень надежно и классно. Так, иди зажигалка, иди поджигай. Угу. Давай. Осторожно камеру, зайка, ты что? Угу. Давай, поджигай. Все, хорош. Отходи. Теперь я чуть-чуть еще, давай. Все, видишь? Все. Теперь ставим на место. И все, генератор у нас будет генерировать озон. Все, смотри, вот так вот у нас и будет оно. Вот так вот, прям четенько все. Сюда бы какой-то изолятор еще поставить. Что у нас служит в качестве изолятора? Надо разобраться и... И сейчас мы зафиксируем. В качестве изолятора у нас служит, по-моему... Ну? Я видел тебя там. Там на столе с этими деталями. И одну арку черную. Так. Я видела это. Я понял, Зайка. Короче, народ, вот такая вот у нас получается схема. Все закреплено надежно. Сейчас вот эти провода с этими проводами соединяем в коробочку. В общем, ничего нигде не соприкасается. Здесь зазор еще есть.
Вот так вот. Все четненько, по идее, должно быть. Ну, давайте. Давайте будем посмотреть. Подтянем чуть-чуть. Мы когда закончим сделать вот это занято, да. Его обязательно проверить. Конечно, зайчик, обязательно проверим. А то вдруг он не работает. Обязательно и проверим. Обязательно проверим, зайчик, обязательно. Так, давай, пока паяльник мы можем выключить. Дальше нам что нужно. Да. Сейчас мы посмотрим, где мы будем заходить. Куда мы будем заходить, где мы поставим. Корпус. Корпус, да, мы поставим сейчас сюда. Вот так вот. Корпус. Да, это корпус. Только надо закрыть этот корпус. Да, бомба. Его даже можно не закреплять. Он прям так встал, четко. Даже можно не раскреплять с этой стороны. Так, проводок сюда, проводок сюда. И вот явно, что где-то здесь мы сделаем ход. Даже можно не крепить. Не надо. Четенько все стало. Прям вообще. Ну, хотя можно с этой стороны пару шурупчиков не загнать. Пока что так. Так. Отметять можно, да, углами, да, какие, да, вот, да. Кнопочку. Кнопочку, все, кнопочка стоит. Но не вкручивается пока. Все четенько будет, да. Но пока он не вкручивается, потому что как кнопочки, если не подключено, провода. Да, да, да. Оп, ноль, включи. Все, вот так вот будет включаться наш генератор. Крышку надо припаять. Я буду пользоваться своим носом сам, а он замдыка как-то вырастал, да? Нет, уже ты сможешь в следующем году, я думаю, пользоваться, не знаю. А пока я пользуюсь только этим носочком. Да, да. Экскурсоводным. Каким? Экскурсоводным. Туристическим. Туристическим. Я сейчас сделаю вот так вот. Раз, два и два. Один подарит кому-то, одним самому. Так, так. Папа, а что такое самовар? Самовар – это самовар, зайчик. Это чайник. Только не электрический, а аналоговый. А, короче, самовар. Раз. Самовар – это такой большой чайник. Да, 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 это большой чайник. А, туда наливается... А, это такая большая бочка, туда, да, наливается, да, вода, да. Потом ставится чайник, айник без воды, и все. Да, Зайка, да. И все, чайник. А что в чайнике потом продолжится? Вода кипит тогда в чайнике. Вот так вот. Раз, и потом открывается дырка. Опачки. И с этой стороны тоже можно закрепить. С этой стороны тоже можно закрепить. Результат и будет у нас надежный вход. То есть не перетрется здесь кабель потом никаким образом. Зайка, осторожно. Этот будет. Все, теперь народ вот так вот. Видите, сюда вход кабеля. Вот там вот так. Короче, все четко. Да, да, Зайка, да. Мы внутри его расположим, только как, сейчас мы подумаем. Так, откуда у нас будет вход, откуда выход? Нам без разницы, нет, не без разницы. Озон тяжелее воздуха, то есть выход будет вверху, вход будет вверху, выход будет внизу. То есть нам нужно вот так вот его расположить, значит. Что такое баня? Баня? Да. Это баня, знаете. Это где купаться можно. Баня — это где можно купаться. Так, озонатор. Это у нас будет сюда. Баня — это где отдыхать. Это у нас будет сюда. У нас банька, бассейн. Да, да, Зайка, у нас баньки. У нас баньки нет, Зайка. Да. А может, ей станет сюда, когда ты сделаешь мне там в новом мире. Хорошо, Зайка.
Так, так, так. И там от колбаса. Здесь нам нужно отверстие. Буду резать себе. Одну только. Потому что я там один буду. Я тебя люблю. Я тебя тоже люблю, Зайка. Короче, народ, вот так вот у нас. И... компрессор там уже на своем месте. И все, маленький холодильник. Теперь осталось там нам это все соединить до кучи. Чтобы из этих клипов, короче, народ, вот так вот клипсуем кабелечек. И теперь... Поставь, пожалуйста, на эту кнопочку. Окей? Окей, Зайка, хорошо. Так, раз. Короче, народ, на всякий случай сюда еще резиночку папа, поставлю. Для этого всего придется выказать строительную бригаду. Как изолятор еще резинку поставлю на всякий случай. Двойную. Что, зайчик, ты говоришь, бригаду строить? Ну, нет, строительную бригаду нам не нужно. Нужно. Мне так, надо будет установить так. Звонок там. Звонок установить? А я сам тебе звонок установлю. По... Вот так вот. Все. А или не все. Еще же вентилятор нужно было подцепить, да? Короче, вентилятор забыл еще подцепить. А так вообще, по идее, вот это должно уже работать. Давайте попробуем сейчас, как это будет. Так, будет ли вообще работать это? Ну, как бы, правильно ли я подключил? И туда его подключать? Ставить, по-моему, сюда, да? Давайте попробуем. Так, ну-ка. Дует компрессор, да? И, в принципе, это тоже работает, да? Да. Так, подожди, один. Ага. Это у нас... Фу, озоном запахло сразу. Это у нас один только работал сейчас. А сейчас должны два работать компрессора. Ну, в смысле, генератор. Да, слышно, да, что меняется работа? То есть два работы. Включается в работу 2. Все замечательно, короче, да? Так, народ, короче, вот такая вот у нас схема получается по подключению охлаждения. Давайте мы, наверное, его проверим, как это будет ли работать. По-моему, вот так вот, да? Да, давайте подключим и проверим. Так, подключаем. Вентилятор, фу, сразу озоном завоняло. Вентилятор работает и будет дуть. Хорошо. Обороты, правда, какие-то чуть-чуть, мне кажется, маловато. Использовано против вас, поэтому не говорите, что... Далее. 3, 4. И примерно вот так вот можно сделать козыречек. Короче, народ, берем палочки для суши. И они сюда должны в аккурат стать. Ну-ка. Все четко, да? Да. Короче, народ, вот так вот. Делаем козыречек. И вот здесь нужно будет на выходе где-то на солидном отверстии немножко, чтобы это все выходило. Так. И бассейн две закрепить. Так, теперь вот так вот. Вот так вот козыречек у нас должен быть. То есть должен... И воздух заходить, и дождик не должен туда попадать. Все. Замечательно. Так, будет так, как сгорочки еще. Да, 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 сгорочки будет, зайчик, ты прав. Все. Все, зайчик, да, смотрите. Оп, сюда. И уже проливаем. И тоже проливание я сделала этому козыречку. Да. Чтобы выгнал спинку. Да. А то спал слишком долго, ловно. Да. Тебе опала в скову. Вот так вот. Короче, народ, нам все. Опала в скову. Вот такой вот у нас будет озонатор уличный для бассейна. Сейчас еще снизу пару дырочек мы насверлим. Отверстие, извините, для воды. Вдруг вода... Короче, ну они же будут греться, остывать, знаете, конденсат, чтобы нас там ничего не застаивалось. Мы сейчас пару отверстий для воды сделаем еще.
на всякий случай вот здесь. Короче, берем самую нижнюю мертвую точку и мне второе положение нужно. Раз. Все. Короче, народ, все. Система ниппель. Все четенько, все должно работать. Сейчас включим, проверим. Так, секундочку, давайте продуем. Илюша, спасибо. Так. Продуваем. Все, на, Илюша. На, Илюша. Я сам крутить на санитарке. Так, теперь все провода удаляем от реакторов. Они немножко греться будут, градусов 50-55. Без вентилятора я проверял, просто ставил на подачу воздуха компрессор и без вентилятора проверял 55 градусов. С вентилятором, я думаю, что будут сильно меньше греться. Теперь что? Теперь включаем и проверяем. Есть, погнали. Фу, запах пошел моментально. Фу, запах пошел, короче, озона моментально. И вот так вот это будет, народ. Сюда холодный воздух идет у нас. Везде выходит, дует воздух. Вот с этих. Фу, выключаю, потому что, чтобы мы не отравились. Короче, все четко, все работает. Сейчас мы его просто подвесим вот сверху возле бассейна, и он будет висеть просто на бассейне, и вот эти вот шланги будут заходить в бассейн и озонировать воду. В общем, сейчас повешу, подключу и покажу, как это работает. Короче, народ, озонатор повесил я на свое место. Стационарно он будет висеть вот здесь вот. Снимается очень легко, вот раз и снял, все. Короче, дождь ему все равно. Открываем крышку, меряем температуру. 46 градусов. Открываем крышку, меряем температуру. 45 градусов на втором. Закрываем крышечку. Все, дождь ему все равно. Короче, слушайте звук. Один работает реактор. Два работают реактор. Короче, один шланг уходит вот сюда. Внизу там труба у меня идет. Одну секундочку, давайте попробую показать сейчас. Короче, труба идет вот так вот, вот так вот. Видите, да? И там внизу, вот, видно, да? Угу. Из бассейна, вернее, из бассейна, с аквариума этот самый, скажите, камешек вот этот. Это вот один озонатор сюда уходит, второй озонатор уходит сюда, реактор. Здесь, видите, идет разряжение воздуха за счет потока воды. То есть автоматический подсос воздуха идет. И мы сюда второй озонатор вставляем. Он сюда плотненько становится, и все. И все работает, водичка вот озонируется. В принципе, ну, эта водичка чуть-чуть уже подсвела, потому что сколько, мы недели две уже, наверное, не купаемся. Вот сейчас ее можно будет привести с помощью этого озонатора в порядок. Короче, народ, у меня на сегодня все. Вот такая вот кубышка у нас получилась. Ну, из подручных средств, я же говорю. Вентилятор у меня был, единственное, что... Два реактора, да, это пришлось покупать на OLX, если кому интересно, ссылку могу оставить. Остальное все, вот вы видели сами, на коленке слеплено, на коленке скручено. Канистра обычная от перекиси водорода, которая покупалась в этом сезоне. Ну и вот я руку подставляю, и там на меня дует холодный воздух. То есть 45-46 градусов, ну до 50 это нормально. Я проверял его без вентилятора, без охлаждения активного, то получилось где-то у меня 55-56 градусов. Сейчас 46, вообще бомба. В принципе, на сегодня все. Ставьте пальцы на канал, подписывайтесь. Счастливо.